Вот тут были гаражи, которые я фотографировал и на видео снимал пару раз. И вот теперь их нет. Весной этого года их сломали. Интересно, зачем, что они будут тут делать? Была линия гаражей, теперь осталась линия забора вдоль железной дороги по Пантелеевской улице. Надо не забыть посмотреть по сайту все сведения о домах московских. Протопоповский переулок, уже в конце его, ближе к Большой Переславке, два дома, башни, девятиэтажные, по-моему, блочные, белые, которые точно напротив школы моей бывшей, 1140. Когда они были построены? Ходил ли я с 61 по 66 год в школу, мимо них, были ли они уже? Или их позже построили? Но мне кажется, в 60-е годы. Возможно, что когда ходил в школу, то я, они были у меня на таком бессознательном уровне, поле моего зрения, что, мне кажется, очень важно. Так же, как вот этот дом там посередине Пантелеевской 1850 года постройки, когда еще Гоголь был жив, его построили. Я ведь на него внимания не обращал, когда практически каждый день с 61 по 66 год ходил мимо него в школу с портфельчиком. Туда и обратно, через арку. А он как-то наверняка, как ЭЗП, экспозиционное знаковое поле, был где-то в контексте моего визуального внимания и ментального. Тоже как-то участвовал в выстраивании структур моего бессознательного, во всяком случае. Да, вот эти вот гаражи, которые снесенные, как будто они еще тут есть, в воздухе висят, их призраки, так я чувствую иногда. Но вот этот заборчик тоже хороший, и за ним железная дорога, вот эти линии электрические сверху. Когда я снимал гаражи, тут вот с номерами, я обычно вот так вот снимал. То есть себя в профиль, как я иду мимо этих гаражей. А теперь вот я иду мимо этого забора.
Да, надо же, все гаражи сломаны. Ни одного не осталось. Вот перспектива Пантелеевской улицы. Но это удивительно, что на ней, там в середине практически, дом 10, стоит этот угловой дом, где психдиспансер или психклиника какая-то психиатрическая сейчас. Не знаю, что было тогда в 60-х. Еще середина 19 века. А вот это вот белый дом с балконами, это конструктивизм. Тоже надо посмотреть, какого года он. А там вот, где арка в торце улицы, там это вообще тоже, наверное, 19 века дом, скорее всего. Но наверняка более поздний. Тоже надо посмотреть, какого года постройки этот дом вот там в конце. Я думаю, что 19 век, скорее всего. Это конструктивизм. Конец 20-го или начало 30-х. Мужик на балконе на предпоследнем этаже курит. Холодно. Вот он там. Надо было знать, вот какой адрес у этого дома. Но это по Google карте нужно узнавать. Вот этот дом я имел в виду. Когда он, какого года постройки, примерно хотя бы. Это интересный дом. Надо посмотреть. Ну какой у него адрес, непонятно. Да, мне кажется, ну или самое начало века 20-го, или, скорее всего, 19 век. Только надо посмотреть вот там, что. Да, непонятно.
должен быть 25-й дом.